Приветствую вас всех, друзья, на своем канале. В этом видео будем заканчивать с вами с разверткой. И, как всегда, не буду затягивать со вступлением. Давайте приступать к работе. Так, друзья, продолжаем. Что мы сегодня доделываем с вами? Доделываем ручки, боковинки, трубки. И, в принципе, все. У нас запакуем. Еще запакуем. И у нас, в принципе, развертка с вами готова. Поэтому давайте поехали смотреть ручки. Здесь у нас будет с вами все намного проще. Я, наверное, просто-напросто... Давайте сейчас посмотрим. Так. Сейчас посмотрим, как он нам развернет. Нет, он плохо разворачивает, поэтому давайте. Давайте. Давайте, наверное, здесь. И здесь. Хотя... Нет, я не хочу, чтобы здесь на лицевой был у нас шов. Поэтому, наверное, сделаем так. Сделаем... Так, а я их хочу, наверное, сделать уникальными. Поэтому я применяю зеркало. Я делаю здесь шов. Наверное, снизу, чтобы мало заметно было. Да, наверное, как-то так. Здесь то же самое я сделаю здесь. И вот здесь. Развернем. Так, давайте попробуем. Посмотрим, что у нас чекер нам скажет, если мы вот эти вещи с вами... Здесь давайте попробуем. Что он нам скажет? Да, но немножечко неудобно. Мне вот это вот не нравится. А в двух местах делать тоже не сильно хочется. Давайте, наверное, оставим. Так. Да, давайте оставим. Так не потянуто, кажется.
Мы можем попробовать так, что он нам скажет. При Бевеле. Ну нет, все равно вот в этих местах видно, что чуть-чуть он тянет. Мне не хочется этого. Поэтому я отменю. Отлично, ручки мы с вами развернули. Теперь трубки. Я, наверное, у нас здесь с вами array. А я, наверное, сделаю их уникальными. Всем, да. Давайте я применю apply. И я, наверное, сделаю вот эти моменты вот именно здесь. Я хочу сделать, чтобы у меня выделялось на Ambient Occlusion, наверное. Можно, в принципе, целиком развернуть, но давайте попробуем сначала, наверное. Вот в этих вот местах, вот про что я и говорил. Оно в принципе будет незаметно 100%. Но я хочу как-то на амбиенте, наверное, это отобразить. Поэтому я в своем случае я здесь сделаю разрезы, а вы уже смотрите у себя. Вы можете попробовать не делать. Так сказать, ради эксперимента у себя. Я в своем случае сделаю. Давайте попробуем здесь. Да, вот сейчас мы вот эту часть выпрямили. Она стала... Да, нормально. И у нас вот эти изгибы не будут как-то лишние. То есть она будет плотно, вот эти острова, прилегать. Поэтому я почему и делаю, выравниваю так правильней. Вот эти вот пустоты меньше будут занимать место на развертке. Поэтому я прохожу все эти моменты. Пусть они даже более-менее ровные, но... Так уж сказать, наверняка. Так, этот. И теперь большие. И сейчас посмотрим, как подосвободит он. Пока месть это предварительно. Угу. Вроде все нормально. Отлично. Оп, я это дело оставляю. Все, и у нас с вами остается только так, применяю чекер. Это надо. Так.
Я, наверное, не наверное, а тоже хочу сделать эту часть уникальными, потому что, возможно, тут же у нас текст по референсу здесь, поэтому эти нюансы лучше делать, когда они не одинаковые, без оверлапа. Поэтому я здесь применяю зеркало. Поехали. Вот эти части мы отделяем. И где-то снизу сюда. Теперь эту часть и здесь. Теперь полностью мы отделим с вами. Здесь, сюда, теперь здесь. Теперь вот эти части мы так, так, так и вот так. Да, наверное. Наверное. Давайте посмотрим. Да. Здесь также. Здесь. Здесь. Эту часть, я думаю, он нормально, хотя, чтобы как-то опять же выделить на амбиенте. Сейчас посмотрим. Посмотрим, что у нас нарисуется из общей картины. Пока мы здесь обработаем все. Не то. Так, идем с этой стороны. Здесь, в принципе, вот эти можно не выделять было, но я уже. Так, меня интересует основной самый момент. Ну да, как я в принципе и боялся. Как я и боялся. Давайте, наверное, вот эти моменты мы с вами тоже отделим, чтобы вот эту часть как-то более-менее выровнять.
Так. Давайте здесь попробуем. Не хотелось бы, конечно. Но... Так, это если мы здесь с вами сделаем, то нам надо будет и здесь вот делать. Вот как-то так. Ну, зато так более ровно, чисто, не потянуто. Можно было еще здесь сделать, но не хочется там, чтобы был шов. Давайте, наверное, так оставим. Здесь. Здесь. И с этой стороны. Да, где-то так. Давайте развернем. Посмотрим, попробуем. Где это у нас эта часть? Я не могу, если кто знает, объясните, почему ZenUV, когда у нас есть определенный остров, например, я хочу сделать, выровнять, он делает дополнительные ребра и друг на друга накладывает. Я вот это немножко совершенно понять не могу. Вроде ведь здесь ничего такого нету, да, точки выровнять относительно этих. Почему он так делает, я не понимаю. Можно попробовать. Ну, я раньше делал, я выбирал полигон, Full Active Quart. Но он тоже почему-то мне не делает. Поэтому, если кто знает, почему такая ситуевина, то подскажите. Мне просто интересно. Вот я не понимаю, зачем он создает здесь дополнительно, если я не хочу их. Просто хочу, чтобы он выровнял. Но он не выравнивает. Но эти я тоже трогать не буду. Эти у нас ровные. Потому что, повторюсь, я еще не специалист в ZenUV. Мне он как бы нравится. Вот некоторые функции, которые я знаю, я ими пользуюсь, меня вполне устраивает. Но многие вещи я еще пока про него не знаю. Поэтому, если кто знает, напишите, пожалуйста, в комментарии, зачем он делает дополнительные разрезы и не выравнивает. Потому что так-то деталь вроде простая. Здесь спокойно он мог бы выровнять, но он почему-то этого не делает. То ли алгоритмы, то ли что. Ну, в общем, отпишитесь, кто знает.
Так, а у нас здесь с вами готово. У нас тут с вами готово. Так, ну получается, что у нас с вами вся модель готова. С вами вся модель готова. Сейчас, оп, я в режиме полигона выберу все. Так, Пакмастер. Включить поворот. Нормалайз. И давайте запакуем, посмотрим. Так, у нас с вами все 4К. Немного подождем, это работает иерархия. Здесь он показывает, он постоянно пытается как-то ужать, как-то сместить, расположить так, чтобы было меньше свободного пространства. Поэтому чуть-чуть подождем. Посмотрим еще. Может, еще немножечко подожмет. Распределит. И у нас с вами зато везде, вроде везде, один единый чекер. Да, вот видите, только что перескакнул. Где-то он еще немножечко подужал. Дальше вроде все нормально. Тексель вроде везде одинаковый. Можно было бы, конечно, дно уменьшить. Но наши текстуры в 4К я как бы не сильно вижу смысла. Потому что, к примеру, можно как-то поставить, там, например, на высоте на какой-то полочке, да, там, ну, не знаю, это, так сказать, фантазия. Поэтому оставим, оно нам сильно не мешает. Да, все, в остальном я нажимаю Escape, он уже подужал более-менее, я так смотрю, неплохо. Распределил. Поэтому я нажимаю Escape. И обратно почему-то не срабатывает. Ну, вот наша развернутая моделька. Сколько у нас она? 8000, да, трисов. 3000 фейсов, почти 3,5. А хайка у нас 37. То есть практически в 10 раз мы с вами уменьшили полигонаж. Уменьшили полигонаж. Единственное, я посмотрю. Нам как бы на хайпольке не нужна развертка, чтобы не было там каких-то, может быть, проблем при запечке.
Так. Так, а почему он мне сюда не хочет применять? Ну, это не столь важно. Это я для себя просто делал, как визуально. Примерно цветовая гамма будет. Да, в общем, у нас с вами на хайпольке 37,5. А на лоупольке 3,5. Да, практически в 10 раз мы с вами уменьшили полигонаж. Я думаю, это хороший результат. Неплохой. На этом все, друзья. Мы закончили с разверткой. В следующем видео, я думаю, не думаю, а мы будем делать с вами сохранять файлы. Отдельно ХП, отдельно лоу-поли. И будем пробовать запекать карты в Marmosetе. Если надо будет, подредактируем нюансы, потому что вот эти вот нюансы, сейчас покажу, вот эти, скорее всего, они будут немножко искажены, мы будем в Marmosetе их подправлять. Вот эти нюансы будем подправлять, вот эти. Здесь, наверное, тоже будет. Ну, посмотрим, там уже по ходу посмотрим эти. Здесь, я не помню, мы, по-моему, тоже выбирали. Спасибо вам за внимание. По поводу ZenUV, повторюсь, если кто знает, напишите в комментарии. Очень будет мне полезно знать. На будущее буду знать. Поэтому всем спасибо. Всех был рад заочно видеть, слышать. И хорошего вам дня, здоровья, бодрости. И пока-пока.